Сейчас в поселке Прогресс снова тихо и спокойно. Об одном из самых громких задержаний напоминает разве что сломанный забор. По словам местных жителей, причиной стала обычная семейная ссора. Впрочем, пара уже давно не жила вместе. Женщина рассказывает, что ушла жить к родителям еще полгода назад. А ранним утром выходного дня бывший супруг захотел пообщаться и направился в гости. Однако разговаривать с ним никто не стал. Я сказала: успокойся, иди домой, выспишься, мы с тобой потом поговорим. Но в ответ на уговоры раздались выстрелы. Мужчина открыл огонь по окнам. Он стал стрелять вот в веранду, потом по тем окнам, в огород, который. Все, и ушел. Мы сбежались в одну комнату и там сидели. В доме в это время находились двое маленьких детей, и только чудом никто не пострадал. Очевидцы рассказывают, во время задержания дебошира было страшно выходить на улицу. На камеру говорить о пережитом люди отказываются, просят оставить их за кадром или говорят очень скупо. Одной из женщин муж сказал сидеть дома и никуда не выходить. Забежал домой и сказал, чтобы дома сидели все. Даже, у меня сын старший пошел собаку кормить, даже не разрешил собаку кормить. Полицейские все отцепили в переулке, везде. Понаехало тут машин много, СОБР приехал. Ну, человек адекватный, на нас нормально и здоровался всегда. Все, с женой что-то не поладились, что ли. Но они давно так-то разошлись. Ну, и выпил, да, и зажжё. Ну, окна только маленько пошибал, да, вроде бы, разбил, да. Мужчина стрелял из охотничьего ружья, причем и дробью, и патронами. Обстреляв дом бывшей возлюбленной, он отправился к себе домой. А когда его задерживали, не сопротивлялся. У ранее судимого местного жителя в ходе обыска в этот день по месту жительства изъято двухствольное ружье, а также гильзы и патроны. Необходимо отметить, что все это он хранил нелегально. Сейчас дебошир находится в полиции. Уже составлен административный протокол за хулиганство. А по факту стрельбы и незаконного хранения оружия проводится проверка. Дарья Трофимова, Сергей Шемит, Интера ТВ.